В заводском районе на пересечении улиц Энтузиастов и Пономарева внимание инспекторов ДПС привлекла иномарка, водитель которой ехал им навстречу, однако, увидев дорожных полицейских, резко повернул на соседнюю улицу. Автоинспекторы начали преследование, в ходе которого законные требования об остановке водитель игнорировал. В результате непродолжительной погони нарушитель не справился с управлением и врезался в три припаркованные машины. Сотрудники полиции задержали водителя. Им оказался 36-летний житель Ростовской области. Медицинское освидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. Кроме того, в ходе сверки по базам данных установлено, что ростовчанин не имеет водительского удостоверения на право управления транспортным средством. В отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Автомобиль перемещен на штрафную стоянку. Андрей Багаев, Анастасия Безрукова, дежурная часть, Саратов.